освящая всякого человека грядущего мир дознавится на свет лица Твоего, да мужем свет неприступный, исправи стопы наших деланию заповеди Твоих. Молитвами причистой своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Избранной воеводе победительная, яко избавшийся от злых, благодарственная восписуем тира битвы и Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти, радуйся, невеста, не невестная. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустова. Приближаясь к великому празднику, никто пусть не говорит мне, я стыжуся, совесть моя полна грехов, и ныне тягчайшее бремя. Ношу тягчайшее бремя. Срок этих 5 дней достаточен для того, чтобы очистить множество грехов, если будешь трезвиться, молиться и бодрствовать. Не смотри на то, что время это кратко, а имей в виду, что Господь человека любив, и ниневитяне, и в 3 дня отклонили от себя гнев его, и нисколько не помешала им краткость времени, но все сделало душевное усердие их при помощи человеколюбия Господа. Книга пророка Ионы, 3 глава. И блудница, приступившая ко Христу, в краткое мгновение времени смыла с себя весь позор, и когда иудеи вознегодовали, что Христос допустил ее к себе и дозволил ей такую смелость, то Он, заградил им уста, а ее отпустил, простив ей все грехи и приняв ее усердие. Евангелие Луки, 7 глава. Почему так? Потому что она приступила с теплым расположением, с пламенной... Потому что она приступила с теплым расположением и с пламенной душой, и с горячей верой, и коснулась святых и священных ног его, распустив волосы, проливая из очей потоки слез и возливая мира. Чем она обольщала людей, из того устроила и врачевство покаяния. Чем возбуждала взоры похотливых, тем и источала слезы. Теми волосами, которыми увлекала многих ко греху, отирала ноги Христа. Тем миром, которым уловляла многих, намощала стопы его. Так и ты, чем прогневал Бога, тем и умилостиви его. Ты прогневал его хищением денег, ими умилостивляя его, возвратив обиженным похищенного, еще и прибавь к тому и скажи, подобно Закхею, воздам 4 за все, что я похитил. Ты прогневал Бога языком и злословием, которым оскорбил многих, языком и умилостивляя его, высылая чистые молитвы, благословляя порицающих, восхваляя злословящих, благодаря наносящих обиды. На это не нужно много дней и годов, а нужно только благорасположение, и все исполнится в один день. Отстань от зла, полюби добродетель, прекрати порочную жизнь, и обещай больше не поступать так, и этого достаточно будет для твоего оправдания. А ныне многие из верующих дошли до такого безумия и пренебрежения, что преисполняются множеством грехов и нисколько не заботятся о себе, нерадивы, и как случится, приступают в празднике к этой трапезе. А того не знает, что время приобщения определяется не праздником и торжеством, но чистой совестью и безукоризненной жизнью. Как человеку, не сознающему за собой ничего худого, можно приобщаться каждый день, так напротив,
погрязшему в грехах и не раскаявшемуся, небезопасно приступать к той трапезе и в праздник. То, что мы приступаем лишь однажды в год, не освобождает нас от вины, если приступаем недостойно. Напротив, то самое и служит к большему осуждению, что мы, и приступив однажды в год, не приступаем чистыми. Посему увещеваю всех вас приступить к божественным тайнам не по поводу праздника только, но если вы пожелаете приобщиться этого святого приношения, то за несколько дней должны очищать себя покаянием, молитвой, милостыней и занятием духовными предметами и не возвращаться назад. Не странно ли, что о телесных вещах прилагает такое попечение за несколько дней до наступления праздника, вынимает из сундуков самое лучшее платье и приводит его в порядок, покупает обувь, делает обильнейшие запасы для стола, придумывая множество и всяких приготовлений, и всячески убирает и украшает самих себя. А о душе, оставленной в пренебрежении, неочищенной и оскверненной, томящейся голодом и остающейся нечистой, нисколько не заботится. Тело приводит сюда украшенным, а душу оставляет обнаженной и безобразной. Между тем, тело твое видит подобный тебе раб, и тебе не будет никакого вреда, как бы оно ни было одето, а душу видит Господь, и за нерадение о ней подвергает величайшему наказанию. Разве вы не знаете, что эта трапеза исполнена духовного огня, и как источники изобилуют естественной водой, так и она содержит в себе невыразимый пламень. Аминь. А кто готовился к исповеди, оставайтесь сейчас.